Сегодня стартовала череда вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Узбекистана, которые впервые в истории страны будут длиться не один день, а две недели – с 1 по 15 августа. В вузах и местах проведения вступительных экзаменов установлено свыше 1400 камер видеонаблюдения. И это далеко не единственное новшество для абитуриентов. Подход к организации тестовых испытаний кардинально изменился, что открыло множество плюсов, в первую очередь для обеспечения прозрачности, объективности и честности. Подробнее о нововведениях и о самом процессе в видеообзоре моих коллег. Строгий контроль и порядок чувствуются уже при входе на территорию проведения тестовых испытаний. Помимо традиционных металлических рамок, абитуриентов проверяют на специальном видеооборудовании с использованием программы идентификации личности. Шпаргалки и электронные устройства в новых условиях принести абсолютно невозможно, и поступить смогут только те, кто основательно готовился. Молодежь надеется лишь на собственные знания и силы. Тестовые испытания проходят в больших помещениях. То есть все помещения оснащены камерами наблюдения. При входе еще у нас установлен вот этот фейс-контроль, то есть видеофиксация. Эта видеофиксация обнаруживает, если туда заходит другой абитуриент, то есть другой человек, не тот, который сдал нам документы. С этого года количество вопросов уменьшилось до 30. Раньше было 36 по каждому предмету. Общее количество вопросов 90. Еще с этого года у нас есть льготы для абитуриентов, у кого сертификат о знании иностранного языка. Если абитуриент при сдаче документов сдал сертификат о знании иностранного языка уровня B1 и выше, тогда они освобождаются от сдачи иностранного языка, им зачисляется максимальный балл по иностранному языку. У каждого поступающего с собой лишь паспорт и пропуск, в котором указано время, дата и здание, где проходит экзамен. Водой и необходимыми канцелярскими принадлежностями они обеспечиваются в помещении. Тестовые испытания проходят в две смены. Первая начинается в 8 утра, вторая в 3 часа дня. В столичном музэкспоцентре решали тесты абитуриенты, поступающие в Ташкентский государственный юридический университет. Первые экзамены проходят в таком формате, с недопущением любых моментов, противоречащих закону. Каждый студент сидит отдельно, на собственной парте, в радиусе полметра – никого. Словом, обеспечен полный порядок. Все необходимые условия созданы и для родителей, у которых сегодня не менее ответственный и волнительный день. Они наблюдали за процессом экзаменов на специальных больших мониторах, установленных возле входа в здание. Приехал из Самаркандской области, Павелецкого района, город Черек, с внучкой. Вот я сижу, внучку жду. Мы в прошлом году тоже приезжали. Изменения очень большие. Здесь условия очень хорошие. В этом году, благодаря техническому сопровождению Министерства по развитию информационных технологий и коммуникации, родители, родные и близкие абитуриентов могут наблюдать за ходом тестирования не только на больших экранах в специальных зонах, но и не выходя из дома, в режиме реального времени посредством телевидения и интернет-ресурсов. А тем временем уже делятся впечатлениями те, кто в числе первых сдал вступительные экзамены. Вопросы были сложноватые. Думаю, поступлю, дай бог. А я готовила 2 года по предметам история, русский, литература и английский. Так как я с города Нукуса, а мне было очень удобно сдать свои документы онлайн, через интернет, так как не надо никуда ездить, никаких расходов. На высоком уровне вступительные экзамены проходят и в регионах. Для абитуриентов Ферганской области в этом году подготовлено 9 аудиторий, в которых установлено видеонаблюдение, что обеспечивает прозрачность экзаменационного процесса и выдвигает повышенные требования к желающим получить высшее образование. В этом году их более 67 тысяч. Результаты экзаменов абитуриенты смогут узнать на следующий день. Усовершенствовались условия для родных и близких поступающих, прохладительные напитки и комфортные места для ожидания. Мы видим, все прозрачно. Родители сидят отдельно. На экране видны все аудитории, камеры различные. Проверка была, очень серьезная проверка на входе была у абитуриентов. Я думаю, что в этом году действительно поступят только самые умные. Было очень хорошо организовано. Число направлений в Ферганском государственном университете возросло с 28 до 33. Самый большой набор осуществлялся в Ферганском филиале Ташкентской медицинской академии. На одно место 23 человека. Thank you.
Желающие учиться в Новоильском государственном педагогическом институте сдавали вступительные экзамены в здании спортивного комплекса молодежи. Все необходимые условия созданы как для самих абитуриентов, так и для их родителей, родных и близких. Часы ожидания проходят с комфортом, а на большом экране можно наблюдать за процессом тестовых испытаний в режиме реального времени. Таким образом, прошел первый день вступительных экзаменов, новый подход к проведению которых уже успел зарекомендовать свою эффективность. Напомню, тестовые испытания продлятся еще 2 недели.